Они еще дети, но их достижения уже значительны. С всероссийских хоккейных соревнований клуба «Золотая шайба» команда из Чувашии вернулась с золотой медалью. Рус не играет в хоккей. 16 сильнейших сельских хоккейных команд съехались в город Салават, что в Башкирии, чтобы сразиться за звание лучшей команды и титул чемпиона страны среди юниоров. Сборная команды «Яльчики» одержала победу во всех ледовых баталиях. Не поверил даже, что мы займем такое призовое место, станем чемпионами России, потому что в истории Чувашской республики пока такого не было. Сложнейший финальный матч был с командой «Олимп» из Вологодской области. Наши соотечественники вышли вперед еще в первом периоде, но соперники сравняли счет. Победным стал третий период, когда за 6 минут до конца матча хоккеисты клуба «Яльчики» забили решающую шайбу. Команда смогла выиграть. Я умывался встать на ворота. Шайбы хорошо летели, но я старался не пропустить шайбы. Чтобы добиться таких результатов, ребята тренируются круглогодично. Даже нынешней теплой зимой они невероятными усилиями сумели сохранить лед на открытой площадке. А вот летом возникает проблема. К сожалению, у нас поблизости нет открытого катка, поэтому детей возим в соседний Буинский район. Хочется для южных районов, хочется иметь такой крытый каток для Батырского, Шимушинского, Яльского и Комсомольского районов. Надеемся, что в дальнейшем построят ледовый каток, и мы докажем, что Чувашия сильнее всех. Надежды юноши питают. После победы ребята тренируются еще с большим рвением. Как говорится, положение обязывает, ведь они чемпионы России. Александр Соловьев, Юлия Дюкова, Валерий Резюков, Республика.